Если ваши глаза или ваша голова переутомились от работы с документами или компьютером, попробуйте следующую схему работы. Пальчики соберите в щепотку, поставьте щепотку на переносицу и сделайте вот такое вот движение, знакомое многим, которое мы выполняем очень часто интуитивно, от переносицы к области внутреннего уголка глаза. Делайте такое количество раз все приемы, которые хотите. Далее руку поставьте, пожалуйста, на ногу или на столешницу, голову накатите на руку, немножко соберите пальчиками чуть больше ткани, выдвиньте их вперед и немножечко наверх, сделайте вдох. А с выдохом говорите «нет, нет, 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 нет», дожидаясь, когда ткани под вашими пальчиками как бы растают. Далее большой палец поставьте, пожалуйста, около внутреннего уголка глаза и выминающим движением пройдитесь до головки брови. С одной стороны, с другой стороны повторите, сделайте то же самое. Указательным пальчиком нарисуйте диагональную линию вот таким вот образом от левого к правому углу. И здесь то же самое. А затем двумя пальчиками нарисуйте вот такую вот пальмочку. Это все.